Итак, ребята, цель этой поездки — посмотреть, насколько хорошо светит фара и вообще возможно ли ездить в вечернее время в ночное на велосипеде с этой фарой. Включаем. Так. Ну, поехали. Ага, так, включаем фару. Ух, далеко светит. Так, 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 так. Наверное, надо чуть-чуть ее сделать пониже. Сейчас чуть-чуть опущу световой пучок. Вот так вот, наверное, будет вот так будет оптимально, наверное. Поехали. Лужи, ну и вот кончается цивилизация, и сейчас самый-самый черный лес начнется. Абсолютная темнота. Ну, не знаю, как будет на видео, но вот хочу показать, как светит фара. Светит далеко, реально далеко. И хорошее световое пятно перед самим велосипедом. То есть видно прекрасно, почему ты едешь. По какому основанию. Ну вот, заехал я в лес. И вот теперь... Ну, что видно? Видно, мне прекрасно видно все. Не знаю, как вам на мониторе, но я вижу вон куда все, вон куда. То есть это сейчас примерно оценю. Ну, то есть расстояние хорошего освещения, ну, метров. Сейчас напрямую участок где-нибудь выедем, где лучше это можно оценить. Ну вот здесь хотя бы. Ну то есть это я вижу, ну, на 60, на 70 метров, реально. И хорошо вижу перед собой. Вот если вот так вот я наклонюсь, чтобы камера посмотрела, и вот так выпрямлюсь. Видите, куда светит? Ну, то есть свет фары хороший, ничего менять ее никакого смысла нет. Все, поехали обратно. Разворачиваемся. Ну тут видите, как ярко. Все. О. Волки кругом. Звери, поехали быстрее из этого леса.
Ну вот и все. Тест пройден. Фара хорошая.